нет. О нет, что происходит, котят? Тут некоторые ребята уже летают. Это как вообще возможно? Мяу, Тоддит, не бей меня, парень, пожалуйста, нет! Я наконец-то стала быстрее, шустрее, могу теперь облететь вообще всю карту. Это просто шикарно. Котят, это место для медитации. Мяу, всем привет, котята, я кошка Лана. И вот уже несколько дней, или даже недель в Роблоксе, первое место по популярности занимает игра «Симулятор силы» или «Симулятор власти». Знаете, котят, даже популярнее, чем «Adopt Me», и мне стало интересно, что же это за игра такая. Так что давайте сейчас с вами и проверим. Мяу, поехали! Котят, смотрите! Меня отправляют куда-то к железному человеку, который горит. Здравствуйте, железный человек, или вы не железный человек? Это огненный человек, котят. Ну хорошо, да, он меня приветствует в симуляторе, рассказывает мне про все, но вы же знаете, я не очень люблю это все читать. Ух ты, я какую-то силу получаю. Все, поговорили. Котят, по-моему, я летаю в воздухе. Ну ладно, хорошо, а что еще могу делать? Могу бить что-то, котят, а это что? А, это я отжимаюсь, классно, мне нравится, вроде как даже не нужно ничего делать, давайте еще помедитируем. Ну ладно, а что за квест-то у меня хоть? Ага, котят, смотрите, 20 ударов и 20 отжиманий, ну тогда я поняла, так вот, делаем еще удары. Еще, я надеюсь, он не обидится за то, что я его бью. Получайте, так, что еще у меня осталось? Еще 10 ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, как тяжело-то. Все, выполнила. Отлично. А теперь мне нужно еще 20 раз отжаться, то есть 15 раз, и все. И я сделала все. Только я не понимаю, почему я отжимаюсь вот здесь. Я даже уйти не могу. Я почему-то стою у него в ногах. Очень странно. Знаете, котят, все это мне напоминает тренировку тайных агентов. А вот когда мы с Лео тренировались быть агентами, нас тоже заставляли приседать, прыгать, проходить всякие препятствия. Что, вот теперь я выполнила? Ну, котят, ну должна выполнить. Ну что, все, теперь можно? Теперь ты меня освобождаешь? Отлично! Все, здорово, теперь я готова быть супергероем. Власть я получила, и только не знаю, что теперь делать. Пойдемте, что ли, куда-нибудь. А это кто? Котят, какой странный парень. Здравствуйте. А он мне говорит про осколки метеорита, которые я должна собирать. Ну хорошо, это я запомню. А этот парень что мне расскажет? Здравствуйте. А, вы мне что-то продаете. Ух ты, я могу получить награду в 50... О нет, что происходит, котят? Что это? Что случилось? По-моему, это метеорит. Котят, метеорит только что упал. А что мне с ним делать? Может, как-то его собирать? Может, его бить надо? Котят, не знаю. Я не очень понимаю, что нужно делать, но, по-моему, бить метеорит — это такое себе занятие. О нет, котят, по-моему, меня кто-то бьет теперь. Нужно спрятаться. Кто-то стреляет кулаками в меня. Не, ну посмотрите, что здесь вообще творится. Мел, очень странный симулятор. Котят, только что этот парень заставил меня прыгать и бегать. То есть они здесь меня прям очень серьезно тренируют. Так, ну что, вроде как я готова. Этот квест у меня выполнен. Давайте возьмем у него следующий. Здравствуйте. Да, я хочу... Надо испытать как-то свои психические силы. Ну ладно. И что мне нужно делать? Котят, то есть теперь мне нужно просто сидеть в этой сфере и получать 100 психических сил? Ну это, конечно, очень интересно, но, по-моему, интереснее то, что вот там шандарахнулся метеорит. Я хочу к метеориту. Где метеорит? Покажите. Что это? Смотрите! Смотрите, вот прямо здесь сфера. Она бьет в этот камень, что ли? Котят, по-моему, это камень для тренировки своей силы. А где место для тренировки и медитации? Я не очень поняла. Вот там место для тренировки бега. А медитация-то где? Мне нужно соточку получить. Как я это сделаю, котят? Я даже не знаю. Может, куда-то вот сюда надо уйти? Ой-ой-ой-ой-ой! Вы смотрите, как там опасно. Да уж, не такой же простой симулятор, как я думала. Мяу. Хотя следующим квестом нужно прокачать 150 ударов. Ой-ой-ой-ой-ой! Вроде как все в порядке. Меня бьют, что ли? Это меня бьют? Я еще не очень поняла. Так, да, котят, какие-то кулаки здесь летают. Давайте посмотрим. Я сделала 150 ударов, но как сделать 500 отжиманий?
отжиманий, котят. Нужно срочно найти место, где отжимания засчитываются больше. А может быть, нужно погулять по городу и понять. Вот здесь, вот так я так понимаю, продается какая-то одежда. Но она мне не очень нужна. Мне нужно место, в котором можно отжиматься. Иначе я никогда не выполню это задание. Так, котят, вот сюда кто-то бегает. Возможно, здесь тоже можно выполнить какие-то задания. Знать бы заранее, где находится это место для отжиманий, так бы я туда побежала. А пока что я даже примерно не представляю, в какую сторону мне нужно идти. Мяу. Ух ты, котят, здесь есть спуск в метро, смотрите. То есть мы правда находимся в каком-то городе, которому, возможно, нужна помощь. Ой-ой, там что-то горит. А можно мне пойти его вот сюда? Я думаю, что нет, но... да, и я думаю, туда тоже не стоит идти, котят. Все очень странно и страшно, и, по-моему, повсюду падают метеориты, или что происходит, я вообще не знаю. Но мне нужно найти место, где отжиматься, все же так просто. Да, котят, не думал я, что великая сила так трудно зарабатывается. Мяу. Котят, я не нашла места для отжиманий, но я увеличила силу своих отжиманий, и теперь с одним отжиманием я получаю плюс 10, и это делается вот здесь вот. Вот здесь вы можете купить за монетки любое улучшение. И, я не знаю, выбрать что ли себе теперь еще вот это вот улучшение. Я думаю, да, я думаю, отлично. Так, и продолжаем. Котят, теперь я отжимаюсь гораздо сильнее. А вместо того, чтобы сделать 500 раз, я делаю всего лишь 50. Да, 50 раз это гораздо удобнее и лучше, чем 500. Поэтому сейчас я уже скоро накачаю свои мышцы на руках и смогу, наверное, получить какое-нибудь следующее задание. Котят, ну это очень сложно. Я думала, что это обойдется мне полегче, но интересный симулятор, хочу сказать. Я очень жду момента, когда мне уже дадут настоящее задание. Кого-нибудь спасти от злодея или самой стать злодейкой. Возможно, на это потребуется время, потому что пока что у них, ну, довольно скучные задания, хочу вам сказать. Итак, я получила уже свои 500 отжиманий. Отлично, а тебе надо встать только... О, нет! Вы смотрите, это в меня, что ли, этой сферы кинули? Котят, это как так? Здравствуйте, здравствуйте. Да, я смогла все сделать, а теперь мне что-то новое доступно. Так, не знаю, давайте-ка посмотрим. Котят, у меня теперь есть невидимость. Почему она не включается? В общем, где-то у меня есть невидимость и щит, который включается на букву R или нет? Котят, я не очень понимаю, как использовать эти способности, но я думаю, что я догадаюсь. Так, давайте дальше тренироваться. Что ты дашь мне за задание теперь? Так, мне нужно увеличить... Ого, до 1000 психическую силу, котят. Ну, тут надо будет ее немножко прокачать, конечно, мне кажется. Да, давайте покупаем за 100... У меня нет 100 монет, котята! Ну ладно, тогда придется так просто посидеть. Это будет долго. Я там где-то видела место для увеличения своей вот этой вот психической силы, но оно, котят, в библиотеке в городе и позволяет увеличивать только когда у вас уже есть 1 миллион или даже 100 миллионов. Я не помню, котят, но у меня еще явно не столько, поэтому мне придется долго-долго сидеть в этой сфере и увеличивать ее самостоятельно. Да уж. Итак, котят, я выполнила задание, а еще наводила всяких кодов и получила 900 монет. Целых 900. Ну что? Что? Я не закончила, он говорит? Да я же закончила. Эй, ну вы что? Мне нужно получить 1000 силы, правильно? Нет, котят, еще немножечко. Ну ничего, я думаю, это я сейчас быстро получу. Ну хорошо, хорошо, я выполнила задание, теперь я готова. Ну что, давай мне следующее задание. Знаете, котят, мне начинает нравиться эта игра. Не так сильно, конечно, как Adopt Me и другие, но почему бы и нет. Так, мне нужно исследовать карту. И что у меня за задание, давайте-ка узнаем сейчас. Итак, котят, мне нужно получить 1000 отжиманий каким-то образом, и он сказал, что я могу немного исследовать карту, то есть все-таки где-то есть место для того, чтобы там отжиматься, но я не знаю где. Где отжимаются? Кто-нибудь подскажите, куда идти? Да, котят, видимо, это будет довольно тяжело. Я думаю, что, может быть, есть смысл немножечко увеличить свою силу отжиманий. О, нет, кто это? Котят, меня только что кто-то прикончил? Вот это да! Вот такого я, конечно, не ожидала. Ладно, постою-ка я здесь в защищенной зоне и попробую поотжиматься. Увеличу свою способность еще разочек. Теперь до 20.
И я думаю, что так будет это проще сделать. Так, смотрим квест, сколько мне нужно? Целую 1000, ну ничего. По 20 раз я уж как-нибудь ее насобираю. Да, котят. Итак, почти еще несколько отжиманий. Ой, знали бы вы, как болят мои лапки, вы просто не представляете. А, ладно, я выполнила твое задание. Давай, давай мне следующее уже. Когда это закончится, я правда не знаю. Так, он мне сказал про остров в облаках. А, и мне нужны прыжки и физическая сила, и психическая сила, простите, для того, чтобы туда добраться. Но, котят, пока я исследовала карту, я уже нашла одно место, где можно прокачать прыжки. И если не ошибаюсь, оно где-то здесь. Да-да-да, котят, вот там вот. Тут некоторые ребята уже летают. Это как вообще возможно? Мяу. А, так, хорошо. Но как я прокачаю еще психическую силу, я не знаю. Мне нужно найти какое-то место для прокачки. А там то нет, не бей меня, парень, пожалуйста, нет! Нет, ну вы видали такое? Я шла вперед, чтобы там позаниматься, попрыгать на батуте, а он меня прикончил. Вот злодей, он мне не нравится. Знаете, Катя, что мне подсказывает, что этот парень за мной следил вообще. А, так. А, квест нужно еще раз посмотреть. Ага, психическая сила 1000 и еще вот та сила. Ну, 1000 психической я уже получила. Я могу еще это сделать. Так, надеюсь, там не в меня никто не стреляет. Да, все в порядке, все в порядке. Котят, я очень хочу дойти сейчас до этого батута. На батуте вам за прыжки дают гораздо больше. А, так, давайте посмотрим, сколько у меня сейчас уже прыжков. Вот, там нужно сотни прыжков, чтобы вам давали еще больше за прыжки. Поэтому я иду сюда прыгать и выполнять задание. Да, смотрите. Ага, я получаю по 100. Вот это здорово, смотрите. Классно. А, так, теперь у меня вот уже 400, а теперь у меня 500. И знаете, вот допрыгать бы до такого места, где можно медитировать, так же классно, и где можно отжиматься, это был бы просто супер, котят. Но пока что нет. Я вот только тут напрыгала, и интересно, а я могу прыгать и медитировать? А ну-ка, нет, не получается. Видимо, медитировать нужно где-то в стороне. Ну ладно, я надеюсь, что меня тут никто не достанет, и я смогу немножечко прокачаться. Мяу. Котят, вы не поверите, что мне дали в награду за выполнение этого квеста. Итак, двойной прыжок, котят, это полет! Я теперь умею летать, смотрите. Я наконец-то стала быстрее, шустрее. Могу теперь облететь вообще всю карту. Это просто шикарно. Я так этого ждала. Вот теперь я могу видеть, где что. Котят, вон там вот зал спортивный. Может быть, здесь можно отжиматься получше. Давайте-ка посмотрим. Меня туда вообще пропустят. Эй, ребят, двери у вас тут открыты? Ага! Котят, нет, здесь надо драться на кулаках. А где отжимаются? Я так и не поняла, где отжимаются, но я думаю, что это будет несложно найти. А вот про тот замок в облаках мне как раз-таки и говорили. Давайте попробуем туда долететь и посмотрим, что... А это что? Котят, мне так нравится. Ух ты, там что, пожар? По-моему, здесь пожар, котят. О, нет. Мне не хватает, по-моему, силёнок для того, чтобы здесь что-то делать, но я обязательно сюда вернусь, когда стану лучше и сильнее. А это что? А здесь что у нас? Ух ты. Котят, супер шикарно. Я и не думала, что я так быстро получу навык полета. А теперь я лечу и прилетела вот сюда. А здесь у нас что? Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты. Здесь тоже надо силу свою измерять. Ну ладно, ладно. А, котят, я так и не поняла, где можно у нас тут отжиматься. Может, вот здесь вот где-нибудь. Нет, нет, о нет, котят, эта штука меня победила. Мне нужно 4000 отжиманий для того, чтобы здесь тренироваться. Ну что, я думаю, что сейчас я попробую немножечко поотжиматься. Вроде как это мой квест, да, мне нужно получить целую 1000. И посмотрим, что мне дадут в награду за это. Мяу. Итак, котят, мне нужно было выполнить 1000 прыжков, я это сделала. Но еще я же теперь умею летать, и я могу... пособирать вот такие вот, котят, осколочки метеорита. Отлично! Оранжевый фрагмент я нашла. А где еще? Я хочу больше осколочков. Котят, вот тут вот, это осколочек или нет? Нет, какой-то парень, надеюсь, меня не прикончит. Ах, сложно же это, но, котят, знаете, игра на самом деле очень интересная. Итак, сейчас я вернусь к своему, можно сказать, начальнику, который здесь и дает мне всякие задания. И, здравствуйте, так, может, надо спрыгнуть? Здравствуйте, а что на этот раз?
Итак, котят, а теперь мне нужно тренировать скорость. И, к счастью, у нас есть здесь вот такие вот штуковины, которые мне в этом помогут. Так, 50, целых 10 тысяч мне нужно набрать, но вроде как это не так сложно, поэтому я сейчас постараюсь это сделать. Мяу. Котят, я набегалась на беговой дорожке, наотжималась, набила кулаками в стену, помедитировала, но это все настолько тяжело, что я думаю, что хватит с меня, наверное, на сегодня. Давайте посмотрим, какое следующее задание он мне даст. Настоящую силу? Ну я даже не знаю. Мне нужно... Что? 100 тысяч ударов кулаком? Котят, я даже не знаю. Давайте-ка попробуем начать сначала вот здесь вот с этими ударами. А потом, возможно, нам придется перейти куда-то на другое. Другое место, где более сильное усиление для моих ударов, потому что, котят, ну, я не знаю, через сколько я заработаю эти 100 тысяч, мне кажется, что не скоро. А пока что давайте полетаем над городом, у меня, кстати, очень какая-то интересная светяшечка вокруг рук, а вот там есть какое-то место, где танцуют, может быть, мне нужно туда отправиться, котят, я очень сильно устала тренироваться, так что я думаю, что на сегодня достаточно с тренировками. А здесь на крыше еще один кристалл. Отлично, я нашла фрагмент. Ух ты, а там музыка какая-то играет. А можно мне к вам? Ух ты, ой, котят, тут нужно тренироваться на отжимания, и пока что я не могу этого сделать, но скоро смогу. Так что сейчас давайте полетим. Мне кажется, нужно закончить вот на каком-нибудь высоком. Где был остров в облаках? Он мне все про него рассказывал, а я его даже найти теперь не могу. Котят, а где остров-то? Остров в облаках, я же видела его. Вот он, котят, я думаю, что стоит сюда забраться. Кстати, смотрите, здесь есть тоже какой-то осколочек, очень красивый, здорово. А я не знаю, сколько мне таких осколочков нужно собрать. Котят, это место для медитации очень-очень крутое, у меня еще не хватит силы, чтобы здесь медитировать. А здесь... Давайте заберемся вот сюда, посмотрим еще, что здесь. А что здесь можно делать? Здесь тоже, по-моему, медитируют или нет? Да, котят, здесь тоже место для медитации, но мне пока тоже не хватает на него силы. Но ничего, котят, я думаю, что мы в следующий раз с этим справимся. А на сегодня все. Я надеюсь, что я уже довольно сильная. Пишите в комментариях, каких уровней вы добились в этой игре. И я думаю, что мы обязательно ее продолжим. Так что, котят, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забывайте заниматься спортом. Это очень полезно. Мяу. А сейчас всем пока!